Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Нихуя ты дал там аккордик, блядь. Паша, ты уже ломаешь, по-моему, на этой хуйне. Играй, блядь. Играй, нахуй. Играй, ничего не волнуйся. Пиза. Извини, подожди, секунду, Паш, просто секунду. Рощев ответственный за пиццу, пока Паша ответственный за всю хуйню, да. А что так быстро приехала пицца? Да, кстати, пиздец. О, блядь, ты должен был открыть, чтобы хуй был посередине, тогда бы был в тему. Пожалуйста, сделай это. Нам есть ее потом, нет, блядь, Рощев, не делай этого. Покупай себе отдельную пиццу и туда свой хуй. Два-три, ой, шумно, пиздец. Че, трансляцию врубил, что ли? Да, ты что думал? Ну что ты палишь-то вообще? Мы тут выступать собираемся. Ты хуя мы готовимся, если ты все уже спалил нахуй? Кого спалил? Пару пушетов.
Мы начинаем? Все. Сейчас покажу, как работают жиросжигатели. В общем, вот баночка, вот пузо. Никак.